Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, подняв занавес символической таблички, сдали в эксплуатацию новое административное здание налоговой инспекции района Сино города Душанбе. Построенный объект состоит из подвального помещения и 5 этажей. На первом этаже расположены зал для обслуживания граждан и налогоплательщиков, зал заседаний на 120 посадочных мест. На верхних этажах расположены еще 2 зала заседаний на 100 человек, архив и другие вспомогательные кабинеты. Здание налоговой инспекции района Сино построено в рамках созидательных мер в честь празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В нем для 110 работников сферы, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и налогоплательщиков созданы хорошие условия для работы и обслуживания. Общая площадь объекта составляет 30 соток земли. Строительные работы были начаты в 2021 году. Заказчиком объекта является налоговый комитет при правительстве Республики Таджикистан, а подрядчиком – общество с ограниченной ответственностью «Мегатехника Иншоот». В построенном здании имеется 40 рабочих кабинетов. Установка современных отраслевых приборов, оборудования и программ позволяет обеспечить прозрачность деятельности налоговой инспекции по отношению к налогоплательщикам, предоставлять и получать информацию о финансовой деятельности и налоговых обязательствах без человеческого фактора и с экономией времени. При этом предприниматели получили возможность подать свои декларации в электронном виде с использованием сети интернет, готовить сопоставительные документы, знакомиться со своими счетами-фактурами, нормативно-правовыми документами налогового законодательства, размещенными на сайте налогового комитета. Новое административное здание налоговой инспекции района Сино города Душанбе построено с уникальным архитектурным решением. Наряду с этим его внутренний двор украшен декоративными цветами, кустарниками и тенистыми деревьями. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомившись с условиями, созданными в этом здании, дал ценные советы руководству и работникам по повышению уровня и качества обслуживания налогоплательщиков. Сотрудники налоговой инспекции района Сино выразили благодарность президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, за постоянное внимание и поддержку сотрудников налоговых органов, а построенное здание посчитали ценным подарком правительства Республики Таджикистан в преддверии международного праздника Навруз.